Продолжая смотреть, еще готовится выступить следующая команда. Под ваши бурные продолжительные аплодисменты встречаем на сцену. Рвется команда КВН «Просто». Ваши аплодисменты. Пока не готовится, команда КВН «Просто» благодарит своего спонсора, президента Института мировой экономики и информатизации Московского экономического института Сурата Игоря Львовича за разностороннюю поддержку команды. Поехали, «Просто» на сцене, ваши аплодисменты. Итак, дорогие друзья, как вы зовут? Дорогие друзья, как вы успели заметить, я играю в женской команде. И вы даже представить себе не можете, насколько это сложно. Итак, а девушкам в КВН посвящается, девушками в КВН исполняется. Смотрим. Стоп! Я хочу кушать! После игры покушать, давайте играть. Все говорят, я лучший парень, в этом паре я нравлюсь всем. Девчонки, мне кажется, парень бросил. С чего ты это взяла? Он мне ВКонтакте уже 15 минут не отвечает. И? И в WhatsApp'е. И? И в Вибере. Бедненькая. Блин, походу он со своей бывшей Кристинкой сейчас. Тут. Я-то здесь при чем? Да ни при чем, все, давайте играем. Все говорят, я лучший парень, в этом паре я нравлюсь всем, но почему-то только чё тебе. Артём, вот смотри, мне ВКонтакте парень добавил меня, а лайки не ставит. Что это значит? Слушай, возможно, это значит то, что он просто боится к тебе сделать первый шаг. Понимаешь, ты как крепость, такая неприступная, он боится ее атаковать. Это очень сложно. Весь лайк — это как сердечко, понимаешь? Трудно его оторвать и отдать тебе, понимаешь? Это очень сложно. Господи! Почему я это все знаю? Иди давай, хлопают, играть будем. Все говорят, я самый лучший. А я хочу жрать! Почему мы не могли делать нормальный музыкальный номер, где клоуны бы жонглировали шашлыком? Мы бы прыгали в мешках с картошкой жареной! Ну или вообще гвоздь программы — салоглотатель! Слышь, салоглотатель, иди поешь! Я на диете! О, Caesar Roll? Caesar Roll, давайте играть! Слышь, красотка, что случилось? Я задумалась. А что мы будем делать после финала? А что тут думать? Пойдем навернем шаурмы! Такой сочный, прям жирный! А если выиграем? Пойдем в МСЛ. Какой МСЛ? Какая уж шаурма? Вы достали меня уже! Вот здесь сидите! Значит, на кухне не кури, мы там ногти красим. С этой девчонкой не встречайся, она стрёмная. С этой реально не встречайся, она реально стрёмная. Вот ты свои слова финальные помнишь? Да. Ну, молодец тогда, давай. Дорогие друзья, наконец-то мы отыграли один сезон МСЛ 2. Очень яркий. И напоследок мы хотим об этом что-то сказать. МСЛ 2, ты просто... Очень вкусно. Команда КВН «Просто», спасибо. Просто, ты говори в жизни, что просто.